Результат был 101 килограмм. В этом году попытку потеряла. Татев Акопян из Армении выходит для выполнения первого подхода. Сотня у нас уже на штанге. Вот я вам говорил, что плотность высокая. На штанге 100 и, соответственно, самая большая заявка 105. Сейчас все девушки и появятся примерно на этом весе. Акопян справляется достаточно уверенно и выходит в лидеры. Акопян, кстати говоря, с личного рекорда стартовала. До этого последний старт ее датирован 2014 годом. На Кипре чемпионат 19 лет исполнится. Одна из самых молодых участниц сегодня на помосте. Еще в юниорском возрасте выступает. И является одним из лидеров на сегодня. Татев Акопян тем временем также фиксирует 105. Так, подход Татев Акопян, третий, нет, к сожалению, вот соревнований и уже первые медали ясны. Нет, судьи не засчитают, однозначно левый локоть сыграл, это запрещено правилами. 2-1 подъем не засчитан. Третий подход. Так, ну что, Диане Мстиевой, наверное, стоит 109 попробовать подойти. Попытка 108, конечно, можно разменять. Там Малажата Вьежек была четвертой. Кстати, в той же категории выступала две наши спортсменки. В итоге первое, второе место. Так, ну ладно, возвращаемся в Сплит. Акопян опять переиграла. Но в меньшую сторону. Была у нее перезаявка на 125, и сразу же в обратную сторону, видимо, на разминке не сумела поднять какой-то вес, быстро-быстро переиграли, но вот это не помогло. 121, смотрите, не покоряется ей. Второй выход на помост. А
В этот раз все получилось и есть зачетный подход. .122, и если ничего не поменяется, то ждем Яну Мстиеву на помосте. Яна Мстиева, Russian Federation, Snack Leader. Приготовимся. .125 на штанге, и судя по тому, что Татьяф Акопян выходит из Армении, Мстиева пропускает и этот вес, 126. Логика в этом есть, она должна поднимать на 2 килограмма больше, чем Валентина Кисиль, которая 124 подняла, соответственно, Мстиевой 126. Скорее всего, нужно идти. Акопян фиксирует в третьем подходе. Локти тоже немного сыграли, но один судья это заметил, но, тем не менее, два других нет. Попытка засчитана, если жюри не вмешается, то 230 наберет сумму. Татьяф. Ну и пока на втором месте.